Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня 13 ноября 2019 года. Я сегодня на рыбалке с друзьями. Это Инна. Привет! Да, привет! Давно была на рыбалке? Последний первый раз. Вы поняли, друзья, да? У нас рыбаки очень серьезные. Тоня, а ну иди скажи, когда ты последний раз была на рыбалке? Я не рыбачка пока, надеюсь. Надеюсь, что ты не рыбачка, да? Надеюсь, что не рыбачка, что стану рыбачкой. А, станешь рыбачкой, да? Да. Ага. То есть ты в первый раз вообще, да? Да. Вот на Днестре когда последний раз была? Мимо проезжала, а так... А так ни разу не было? Нет. Обалдеть. Да. Ладно, пойдем спросим у других. Федя, добрый день. А ну расскажите, когда вы последний раз были на рыбалке? В этом году? Да. В июне месяце. На Днестре? Нет. Ага. На Днестре вообще не был я. Вообще не... Никогда. Никогда? Первый раз? Первый раз. Ё-моё, так у нас сегодня будет с вами мастер-класс. Да. Будем посмотреть, на что вы там ловите, как ловите, и мы, если что, подскажу вам. Хорошо? Хорошо. Все, договорились. Договорились. Юра! Да. А ну иди сюда. Я здесь. Вот это Юра. Да, это сегодня. Мы сегодня вышли на культурную программу посмотреть на Днестр, подышать воздухом, ага. Ну и, конечно же, посмотреть, как здесь ловится хорошая рыба. Ага. Скажи, пожалуйста, когда последний раз ты был на рыбалке? Да не, ну я давно уже, лет 5, наверное, не выезжал. Вообще? Да. А на Днестре вообще, наверное, первый раз? На Днестре первый раз, да. Это вот, друзья, вы поняли, да? Днестр, да? Андрей, а ну иди сюда, Андрей, иди сюда, иди. Ты что, убежать хотел? Расскажи, пожалуйста, когда ты последний раз был на рыбалке? Месяц назад. О, на Днестре? Нет, в Сухолужье. Понятно. А вот на Днестре когда последний раз был? На Днестре, наверное... Мы хотели поехать на Днестр, никогда просто был. Не было там. Когда ну, был вот мы как раз месяц назад собирались на Днестр, не было места. Не смогли найти на всем. Просто ты стоишь в нашем вайбер-сообществе, поэтому у тебя нет места. А если бы ты был в нашем вайбер-сообществе «Все для клёва Днестр», то нашел бы место, потому что мы тут убираем и места друг другу передаем. Понятно, будем знать теперь. Так, ну хорошо, тогда придется провести небольшой мастер-класс, показать, посмотреть, на что вы ловите, может какие-то подсказать вам что-то, если будут вопросы. Если нет, то ради бога. Я так понял, у тебя этот самый, убийца карася, да? Да. Убийца карася на крючке, червь, да? Да, и пластилин. И пластилин на пружинках. Да, на пружинках. Все понятно, хорошо. Федя, ну расскажи, а что у вас на крючке? Я поставил червь. Так. И пластилин. Червь и пластилин? Да. А пластилин какого запаха? Чесночный. Чесночный. Ну, чеснок нормально, да, работает. Валя, здравствуйте. Здравствуйте. А ну, скажите, вы давно были на рыбалке последний раз? Ой, лет 5 не было уже. Да. Первый раз. Ага. На Днестре? Как, кстати, как вам вообще? Как вам Днестр? Ну, класс, хорошо. И нравится? И погода, и природа. Подышать свежим воздухом, да? Да, от городской суеты приехали отдохнуть. Ну, классно. Вот, друзья, вот так вот, не надо лежать на диванах. Да, да. Нужно да. ехать да. на Днестр и дышать свежим воздухом. Здоровье. Правильно. Прикормка у нас сегодня лещевая. Вот такая вот. Нормальная прикормочка. Пахнет ванилинчиком. Вот, и макушатники. То есть у меня... На одном удилище патерностер, на другом у меня полусфера, крышечка такая, и два удилища, одно Инна, одно Юрина с макушатником. Посмотрим, что будет работать. На одном макушатнике у нас гранула, да, на другом опарыш. Да? Да. И главная цель нашего сегодняшнего эксперимента – проверить вот такие крючки корейские, называется гюрза. В общем, вот такой крючок, смотрите, друзья, у него жало загнуто внутрь. Ну, видите? Вот тут тоже жало загнуто внутрь. Так, а это крючок у нас с пружинкой. Он для манки. Сейчас, кстати, мы маночку, болтушку сделаем. И попробуем тоже на нее половить. В общем, интересный крючок. Просто ради эксперимента попробовать. То есть у меня вот эти удилища все с этим крючком. Что я думаю про него? Что... Крючок такой, скажем, новаторский, самоподсекающийся, и поклевок, скорее всего, будет меньше, но исходов тоже будет меньше. То есть, если он зацепится, рыба, то уже не сойдет с крючка.
Ну, это все мы проверим, посмотрим, определим и вам все расскажем. Федя, что там у вас? На червя я поймал. На червя. На червячка, да? Да, да, первые. Ага. Друзья, ну у нас тоже на патерностер. Первый подлещик на червя. Вот наш патерностер. Что, у нас в очередной раз на рыбалке разносолы. Три вида чая, два вида кофе. Два вида чая, два вида кофе. Два вида чая, два вида кофе, да? Понятно. А это что? Удушайтесь. Что это? Это у нас цинды, да? Попробуйте. Я вот только что попробовал, очень вкусно. Очень вкусно. Друзья, я, знаете, вот это все, конечно, вкусная еда у вас, но правильная еда – это овсянка. Да. Вот приготовленная мною по моему рецепту. Бери. С изюмчиком и с медиком. Подожди, это Саша наложил. Ничего, ничего. Давайте, ничего страшного. Давай, давай. И побольше. Не, это мало. Что это? Подожди. Инна, вот ты еще медик возьми. Чтобы всем каша не ела, а сил нет. Инна, как каша, Инна? Супер. Да? Очень вкусно. А что ты себе мало так положила? Ну, уже половину съела. Валь, как вам? А, вы еще не пробовали. Да, давайте, да. А ну давайте, а ну-ка. Да, Тоня. Кубанская каша. С медиком, с медиком. Угу. С медиком. С медик. Там есть, вон. А, есть, да? Все, да, хорошо. Очень вкусно. Ну, на рыбалке я еще, конечно, кашу такую не ела. Первый раз. Ну, вы же на рыбалке надо тоже... Надо загадывать желание, чтобы рыба большая словилась. Да? Ну, все. Ну, конечно. Супер? Первый раз я видел такую кашу. Да. Все рыбацкая. Рыбацкая каша овсяная. Друзья, и вам всем советую с утра кушать кашку овсяную. Спасибо большое. Класс. Что, клюю? Что-то есть? Да, что-то есть. А ну, давай сюда, подойди сюда. Так, давай. О, аккуратно, все, аккуратно, не надо. Нормально, так. Очередной подлещик. Называется козлик. Да, местными рыболовами. На макуху, на червячка. С опарышем, с подсадкой. Да. Так, рассказывай, рыбачка, как тебе удалось? Не знаю, сказали закинуть. Мне закинули другие, я... Я только вытаскиваю. Сказали вытаскивать. Я получаю чистый кайф, да? Да. Только... Я первая рыба в моей жизни. Да ты что? Да, я же... Я тебя поздравляю. Я ж никогда нет. Все, магарыш себя. Ну все. Так, ну что, у нас таранечка на полусферу. Вот такая снасть. С коротким поводочком. Здесь прикормка. На крючке находится небольшой шарик и опарышек. Ну, такая вот таранечка. Так, с Юрой проводим мастер-класс по забрасыванию удилища. Так, смотри, еще ближе сюда. Ближе, еще, вот так, чтобы было перпендикулярно, понял? Ага, ага. Так. И? И сюда. Аккуратненько, да, аккуратно. Вот да. Так, молодец. Ну ты, ё-моё, если человек гениален, он гениален во всем. Правильно? Все. Сейчас дожидаемся, да? Да. Все, теперь подтяни, чуть-чуть подтяни. Так, ставь на рогачик. Ставь на рогачик. И фрикциончик чуть-чуть расслабь. Это по? Да. По часу? Это ты затягиваешь против. Ага, вот так, да. Все. Чуть-чуть потяни. Чуть-чуть. Видишь, она прослабла. Да, я тоже вижу, что прослабла. Ловится? Смотри. Еще. Оп, стоп, хорош. Все. Рыбак, ё-моё. Да, учимся, ну. Ну-ка, посмотрим, что там у вас. Я даже шею. Клюет? Клюнуло, хорошо клюнуло. Так, что здесь у нас? Итак, что я вижу? Значит, два крючка, маленькие поводки, пружина с прикормкой с чесночной и 50-граммовая ласточка.
Ну нормально. Что, она чувствительная, в принципе, нормально, все должно ловиться. Так, Юрчик, Юрчик, на что там, на что, на что? Да. Червя, опарыш? Опарыши. Да, давай. Два опарыша, три. Давай я сниму. Да? Да, три, три. Было три опарыша. Штучки. Ну, вот она и ага. Поймалась. Давай, покажи, какой там крючок. Сейчас, сейчас, супер сейчас. Какой-то. Да, это... Мега. Именно такой крючок, да. А с него еще нормально не снимешь? Не снимешь, да, потому что... Да, я сейчас... Так, все. Ина сейчас со своим маникюром. Аккуратно возьми. Серебряным. Оно загнуто получается. Чисто таким рыбацким маникюром. Ага. Ина, Ина. Не специально вырывай. Рыбацкий маникюр у Ины. Вот, так. Вот, что за крючок? Вот, крючок. А вот такой вот загнутый, да? Маленький. Да, да, вот он, если видно, конечно. Видно. Да, да, видно. Маленький. Загнутое жало загнуто. Внутрь. Ага. Так. Значит, к этим трем опарышам добавляем один шарик. Приподнимем крючочек. Так, друзья, ну что, патерностер сработал. Я поставил сюда крючок с пружинкой. На пружинке, на крючке опарыш и на пружинке манка. То есть это выглядит примерно вот так. О, и опарышек. А Хаина опять что-то ловит на макушатник. Внимание, барабанная дробь. Смотри, уже пожирнее, карасище. Ёшкин кот. Зацепило. Зацепило, это чья-то оснастка. Ой. Скорее всего, что, наверное, моя. Ничего, ничего. Подожди, подожди, подожди. Я карася словила. Да не, ну, не. Слушай. Я его цепляю, он вроде бы вышел, а да. Все равно... А, вот. Все, вот теперь да. Да. Так, а теперь надо покупай его. Вот такой крючок. Ага. Так, что там у нас есть? Таранька. О. А вон, смотри, какая. О. Это красавица. Это тоже подлещик такой. Я уже, уже скоро на леща похож. Караулила его, караулила, пошла чистить эту картошку, и он словился. Это он специально под картошечку на уху, специально. Дедушка Днестр думает, надо что-то дать на уху. Надо вот он, вот он дает, видите? Все, большими кусками. А лук как? Это ж лук? Можно вообще не резать. А все уже. То есть нам пополам кинул и все. А картошку? Картошку, ну, пополам. Все. Ну, воды еще не хватит? Воды еще. Воды больше половины. Белая бочки свободны. Юрочка, а там что, будет шашлык? Да. Что, мы брали? Ого. Ну, а вот. Слушай, так все, что, все по-взрослому? Ну, да. Ого. Серьезно. Ну, молодец. Видя твое довольное лицо, я так будем понимаю, надеяться. Там что-то будем серьезное. Надеяться, да, там что-то да, серьезное. Да, да. Давай, 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 да, давай, давай. Да, 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 да. Карасик, друзья, карасик. А-а-а. Смотри, Ин. Ой, красивый какой. Красота. Красота. Макуха рулит. Да. С опарышем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну что я хочу сказать, друзья? У Юры. Сегодня бенефис. Бенефис. Да, да, да. Он сегодня главный рыбак. Да, он и шашлык пожарить, и пиво попить. Молодец, молодец. Ну, пацак, пацак, давайте. Да ладно, пацак. Давай, давай, давай. Так, еще один карасище. Еще один карасик. Вот так вот. Еще один красавец, смотри. Вот он, красава, смотри. Еще один. Вот именно этот хороший зацеп. Позволяет не сорваться. Давай, да, покажем. Да, именно вот загнутость вот жала. Этого жала, вот да. Это получается дает возможность не отцепиться. Сохранить, да. Сохранить улов. Да, это да, да. Так, ну это уже интереснее, да? Тоже на парыш. Да. Тот же крючок. Вот такой вот красавчик. Это говорит о том, что работает нормально у нас. Патерностер, друзья. Вот я связал такую оснасточку. Длина поводка около метра. И на опарыша, на пучок опарыша нормально клюет. Инна, поздравляю тебя. Карасик. Очередной карасик, да-да-да. На а? Этот, на бубочку, я одну бубочку поставлю. На бубочку, не на бубочку, а на шарик, ну, на шарик пенопластовый. На
Вот цвета вот какого? Зелененького. Тихо, чтобы никто не знал. Зелененький, да? Да. Так, ну и покажи наш крючочек. Вот он. Со стырьем, с жалом внутрь крючка. Ну все, да, классно. Вот сколько мы у него уже? Четвертый, третий карасик. Третий карасик. Ну вот видите, хорошо. Так, ну что, у Юры очередная поклевочка на макушатник. Что-то хорошенькое, да? Да, да, хорошенькое. Будет хорошо. Давай, 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 давай. Не спешить, аккуратно. Смотри, 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 как держит. Туго идет. Смотри. Карасина. Опа. Ага. Опа. На клубничную с опарышем. Клубничную с опарышем пошла. Ну что, я сейчас все. Юрин, как тебе вообще крючочек, скажи? Не, супер. Это настоящая ловля. Потому что не срывается, держится надежно. И только в руках можно ее снять. Это как... Так. Сделано с душой. Уха готова, друзья. А запах? Вообще, да? Да, бомба. Вообще. Настоящая. Ну, со свежевыловленной рыбы. Да. Что, шашлык готов? Да. Картошка запеченная. Да. Ё-моё, красота. Вот. Йоу, это что, столько шашлыка? Да, да. А это куриный. Куриный? Ну, чуть-чуть зарумянился. Ага. Вот скажите, друзья, как можно вот, сбавить вес? Да. Скажите, пожалуйста. Да. Ездите на рыбалку или как? Как можно похудеть в таких... А сложных... чего? У нас раздел, у нас как раз мы не такого, у нас мясо печеное, да, и овощи, и все. Овощи, как, да, в таких сложных условиях не можно похудеть? Ничего такого нет. Да, да, мы а потом жена скажет: брюки надо менять, большего размера покупать. Жене большой привет. Жена, тебе привет. От Ины. Ина, Ина, передавай привет, Ина. Да, Таня, большой привет. Брюки – это не самое главное. Да, объем талии – это очень важно, очень важно. Для мужчины после 40 лет, в расцвете сил, перед 50, очень важно иметь правильный объем талии. Да? Да. Юрик, ты слышал? Да. А чего он должен... Юрик, ты слышал, да? Да. Ау. Объем талии, ну, он должен быть меньше хотя бы метра для начала. Просто меньше метра. Меньше метра. Меньше одного метра, да. А если ты худой, у тебя только 60 сантиметров. Это недостаток. Тогда нужно, наоборот, жрать побольше. Это возраст надо учитывать, рост. Да, да. Ну, вот таким, как я, как Юра, надо хотя бы метр иметь. Хотя бы метр. А еще лучше, чтобы меньше было. Вот это надо баловать еще. Ребята, да, я так увлекся... Ухой, что хотел вам показать сначала полную тарелку. Она уже практически пустая. А мы чуть-чуть в казане есть. Настолько все вкусно. Нет, казан снимали. Не очень вкусно. Да. И посмотрите на это шашлык, во-первых. Это все Юра. Представляете, его золотые руки. И сегодня он и рыбак. И понимаешь ли, и мясо он пожарил. Мясо помогало. Помогал, да? Ага. Девушки жарили, потому что приходилось бегать и доставать карасей. Да, да, да. Поэтому... Караси, кстати, сегодня, да, классные. Дали сегодня, да. Ина, как тебе вообще рыбалка, скажи мне? Я еще не ощутила всей гаммы, такое, ага, это состояние, ну вот, да, эйфории, пока еще, знаешь, да? Еще не разложилось все. Вот. А оно разложится, интересно. Оно разложится на третий день. На третий, да, день. Да, да, да. У меня сейчас когда ты... печеной картошки. А. Печеная картошка даже. Да, мы ее попекли. Мангале, так. Я боюсь, что ей не понравилось после сегодняшнего. Да, придется ее возить теперь постоянно на рыбалку. Да. Все, Юрец, готовься. Да. Весна, я чувствую, будем. А почему нет? Рыбачить. Нет, лучше сидеть дома возле или печься на этом. На пляже грязном. То лучше сюда приехать на свежую воду. Это да. А вам, как вам, Валя? Классно? Угу. Ладно, не буду отвлекать. Приятного аппетита всем. Такие голодные, он снимает. Все проголодались. Ну да, да, да. Хороший аппетит у всех.
Ну я знаю, сейчас. Ну что? Тут рыба, она с рыбой. Ну, так ну вот нормально, нормально. Нормально, молодец. Да. Инна, ну ты довольна, Инна? Да, ну конечно. С учетом того, что сколько мы столько же съели на ухе, ну, да, поэтому... Нормально, да? Да. Для первого раза. Да. Я за вас очень рад. Для начинающих рыболов. Для начинающих. Это хороший почин. Сегодня мы довольны тем, что и погода способствовала нам, и удачная была рыбалка. Да. Понравилось? Очень понравилось. Да, очень понравилось. Это замечательный активный отдых, который позволяет просто снять вот те эмоции, которые занимают твое сознание, твои мысли в городе, суета. Здесь просто отдыхаешь, общаешься с природой и смотришь на ту природу, которую действительно несет Днестр, как река. Завернул, знаешь, как. Лихо. Инна, ты что скажешь? Я что скажу? Ну, я как девочка, я больше кайфую от самого процесса. То есть мне как улов, ну да, ну словили. Но вот я, например, больше от вот этой красоты получаю удовольствие. От, Хорошо, но ты же сегодня тянула рыбу. Ты же поймала. Причем... Ну, еще раз тебе не понравилось? Ну, ты знаешь, у меня больше подготовить. Вот тут именно вот больше вот, насаживать наживку, там, вот это вот использовать какие-то разные да, вот кстати, эти. Кстати, ты же трогал опарыша. Да. Расскажи девчатам, это сильно страшно. Первый раз неприятно, потом уже второй, третий, уже даже не обращаешь внимания. Сам процесс вот этот вот. То есть становишься рыбачкой, да? Ну да, опарыша, честно, не ела, хотя уговаривали и заставляли. Сказали, что это шутка. Я сказала, нет. Опарыша не кушаю. Я сказал Ине, что чтобы стать настоящей рыбачкой, нужно съесть опарыша. Извини, это была шутка. Ну, ёлки-то. Слышишь, вдруг я порядочно и верю всему. Все понравилось. Природа прекрасная. Едьте, отдыхайте в выходные, ловите рыбу, получайте удовольствие. Всем привет. Очень хорошо провели день. Благодарим нашему... Как тебя назвать? Просто Сашу. Саше, который нам организовал эту, ну, такую замечательную в нашей жизни рыбалку. Отдых. Самое главное для нас это отдых. Друзья, вот так заканчивается наша рыбалка. В принципе, она была шикарной, скажем так. Сегодня у нас была и уха, был и шашлык, была и рыба. Мы, в принципе, ее поймали. Не так много, как хотелось, но поймали. По теме видео мы проверяли сегодня эффективность крючка с загнутым жалом к цевью. Крючок очень интересный. Как и предполагалось, на этот крючок не так много поклевок, но зато ни одного схода. То есть такой крючок будет эффективен, когда рыба активная, когда ее много. Это как раз июнь, июль, август месяц, когда жор, сентябрь месяц, когда с активным клевом проблем нет, а есть проблемы именно со сходами, с крючка. Поэтому думаю, что в ассортименте каждого рыбака должен быть такой крючок. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клева». Ну, я прощаюсь с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Не забывайте ставить лайки. Пока.